Изменить мир под силу единицам, но сделать шаг к великим свершениям способны миллионы. 30 лет здесь работает над тем, чтобы каждый из нас смог войти в историю красиво. Добрый день. Здравствуйте. Михаил, приветствую. Здравствуйте. Рад видеть. Хорошо выглядишь. Я стараюсь. Это обувь совсем другого класса. Если помнишь, как начинали, обувь какая была. Вот когда мы пришли в 90-е годы работать, было только у нас 4 модели, которые выпускалось. Сейчас работать вот по сравнению, как раньше было, как ты видишь эти изменения? Изменения у нас колоссальные. Если помнишь, как мы начинали, что было? В день мы давали план 300 пар. Был маленький коллектив в пределах, ну, может, 30 человек. Когда я пришел, помнишь, 2 швейные машинки. Я кто был там? Швеей мотористкой, по-моему. Было все в одном цеху. И закроенный цех, и швейная лента. Потом понеслось, завертелось. Меха эти, машины поехали. Конвейера начал покупать. Запускалось это все, крутилось, вертелось, как в сумасшедшем кино, я не знаю. Это наше начало, скажем, настоящей обуви. То, что мы там 40 лет, 50 лет назад я с отцом начинал, это были все-таки валенки. А здесь обувь, которую мы, скажем, технологичная уже. И они до сих пор пользуются спросом. Вот эти первые пары, они действительно дают старт, дают жизнь нашему производству. Что вы должны сделать, так это создать великолепный продукт или сервис с целью изменить мир. Если вы сделаете это, вы можете стать легендой. Холдинг, белорусская кожевенная обувная компания «Марка». Это крупнейший производитель обуви в СНГ и обувной бренд номер один в Республике Беларусь. Сегодня холдинг «Марка» включает в себя промышленное предприятие. Это управляющая компания холдинга, белорусская кожевенно-обувная компания «Марка», открытое акционерное общество «Красный Октябрь», унитарное производственное предприятие «Вердимар», унитарное производственное предприятие «Витма», унитарное производственное предприятие «Витебский меховой комбинат», общество с ограниченной ответственностью «Марка Сервис». Мы поступательно двигались вперед и, скажем, начинали с одной пары производства. Сегодня мы достигли уже более 3 миллионов, поэтому здесь есть успех. Эти 30 лет, они были, ну, скажем, для нас познавательными. Только сделанное с умением и душой заслуживает остаться. Умение и душа – первое, так же важно, как и второе. Создание коллекции обуви «Марка» – это процесс очень кропотливый и трудоемкий. Коллекция обуви «Марка» разрабатывается 2 раза в год. Это к сезону осень-зима и весна-лето. На первоначальном этапе прежде всего очень важно ответить на вопрос, для кого создается та или иная модель. То есть если мы говорим о каком-то трендовом молодежном направлении, то здесь на первый план, безусловно, выходит соответствие модным обувным трендам. Если же речь идет о каких-то классических базовых моментах, то здесь на первый план, безусловно, выходит простота и лаконичность линий, удобство колодки, натуральные материалы. Обувные коллекции холдинга утверждаются на художественно-техническом совете, который проходит 2 раза в год. Женская коллекция обуви «Марка» очень разнообразна по стилям, направлениям и видам обуви. Например, молодежь чаще выбирает обувь ярких цветов, неповторимые какие-то сочетания фактур, интересные трендовые обувные формы, какая-то броская фурнитура. Все это представлено в нашей коллекции «Марка Тренд». Здесь в основном вы увидите обувь полуспортивного направления, а также повседневное комфортное направление casual. Но есть люди, которые не идут на компромисс со своим стилем и предпочитают обувь элегантную, классическую, которая представлена в нашей линейке «Марка Коллекшн».
Основная цель компании «Марка» – это выпуск высококачественной обуви. И, следуя этой цели, мы уже более 30 лет приобретаем только высококлассные материалы, проверенные временем. Мы придерживаемся политики такой, что работаем, в первую очередь, с отечественными производителями. География закупок распространяется, скажем так, по всему миру. И это и Голландия, и Италия, страны Востока, страны Южной Америки. Недавно нами была разработана линейка специальной обуви. Это композитные подноски, антипрокольные стельки, кевларовые нити, кожа со специальными характеристиками, которые предотвращают намокание ноги. Была разработана линейка упаковки, которая выпускается из переработанного гофрокартона. Эта упаковка позволяет нам заботиться о природе. Обувные предприятия холдинга разработали новую коллекцию обуви повышенной комфортности. Данная коллекция включает в себя женские и мужские модели с немного носочной частью расширенной и увеличенной по полноте. Данные модели имеют дополнительную маркировку в виде фирменного значка XXL на подкладке. В этих моделях широко используются функциональные элементы, такие дополнительные, как резинка, дополнительная шнуровка, застежка-молния, застежка-велькро. Подошва имеет значение. Применявшиеся ранее кожи натурального и комбинированного метода дубления на сегодняшний день заменены резиной или же различными термопластичными материалами, которые превосходят ее по ряду показателей, таких как масса, водонепроницаемость, устойчивость к стиранию. На марке широко применим клеевой метод крепления подошвы. Для изготовления подошв обуви клеевого метода крепления используются разные материалы, такие как кожа, резина, полимерные композиции. Специальный клей позволяет прикрепить заготовку верха обуви к подошве. Используемые подошвы для клеевой обуви получаем от ведущих мировых производителей. В большинстве же моделей обуви повышенной комфортности марка «Комфорт» применяется технология Dirt Injection, литьевой метод крепления, который позволяет максимально обеспечить прочность склеивания верха обуви и подошвы. Жидкий материал полиуретан заливается в пресс-форму, где формируется и соединяется с верхом заготовки из натуральной кожи. Литье подошв происходит на оборудовании немецких фирм «Десма». Мы производим обувь полного цикла. Это, скажем, от приобретения сырья, раскоя, пошива, затяжки и финишных операций. В холдинг также входят такие предприятия, как наш меховый комбинат. И там мы начали производить, назовем, комплектующие. Это и подкладочные материалы. И сегодня у нас уже разработаны и пока экспериментально выпускаются кожтовары не только для производства обуви, но и для одежды, в том числе и для кожгалантерейных продукций. Вот таким образом мы, занимаясь комплектующими внутри холдинга, мы имеем возможность снизить себестоимость. Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь. Свою историю Витебский меховой комбинат начинает с 1909 года. В 2014-2018 году наступил тяжелый момент, когда были очень большие проблемы с оборотными средствами, нестабильность, проблемы с загрузкой предприятия. Ключевым моментом стало вступление предприятия в 2014 году в холдинг белорусской кожевенно-обувная компания «Марка». Это позволило произвести масштабную реконструкцию предприятия. Технологии позволили выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию. Благодаря оборудованию мы имеем возможность сделать достаточно широкий спектр различных отделок. Это стрижка фигурная, крашение различные цвета меха, различные пленочные покрытия. Приходит к нам в виде законсервированного сырья, подвергается контролю качества, проверяется ее волосяной покров, наличие дефектов и запускается в производство. Естественно, это выделка. Обрабатывается различными химическими материалами, которые придают нашей шкурке мягкость, пластичность и в то же время прочность и долговечность. Далее идет отделка, за счет которой мы придаем дополнительные потребительские свойства, делаем разнообразным наш ассортимент.
На нашем предприятии существует служба технического контроля, где работают контролеры-сортировщики. И от их внимательного, опытного и строгого взгляда не утаится ни один дефект на мехе. На предприятии сертифицирована система менеджмента качества на соответствие международным стандартам ISO 9001. Поэтому управление качеством у нас на высоком уровне. Хочется перейти к нашей коллекции Sweet Home, которая может порадовать себя человек, придя со своей работы, со своего трудового дня. И вот вы можете посмотреть на наш плед, который, естественно, очень комфортный, теплый и уютный. Также свой дом можно украсить разнообразными коврами различных текстур. Разработанный диапазон размеров позволяет использовать данные покрытия не только как напольные, но также как и покрытие на диван и на кресло. Мы оправдываем свое название Luxury Fox, люксовый бренд, тем, что у нас изделия дорогие, эксклюзивные, и по факту это штучный товар. Мы работаем с цветом. Ледяные, зимние, игривые цвета. Комбинируем разный вид меха. Это тоже добавляет изделию шарма, дубленочки. Они у нас с разным эффектом. Посмотрите, какой прекрасный яркий бомбер. Разный эффект. Эффект золотой. Пленочка нанесена. Бизнес – это сочетание войны и спорта. Я под костюм, скажем, еще пока не решился одевать, кроссовки. Хотя сегодня это мода, эти тенденции мы должны учитывать. У нас присутствует сегодня спортивное направление, она более комфортна, она более демократична. Поэтому в этом плане мы идем в ногу с модой. Это белые кроссовки на полиуретановой подошве, очень функциональные, легкие и удобные. Нам хотелось бы, чтобы это была та обувь, в которой достигают определенных результатов, и были только золотые и иногда серебряные медали именно в нашей копилке белорусской. То, что я удостоен был нести огонь, это символично. Это не только моя заслуга, но и всего коллектива. То, что коллектив полноценно за эти 30 лет он стал игроком промышленности в нашей Республике Беларусь. Предприятие «Вердемар» создано в апреле 2016 года. Инициатором создания инвестиционного проекта являлся холдинг «Марка». Ассортимент очень разнообразен. Сегодня наша линейка рассматривает обувь для спорта и активного отдыха. Мы выпускаем продукцию под такими торговыми знаками, как «Споттер», «Денвис», «Хоум Марка», «Гаттер», «Воркер». В коллекции «Споттер» есть модели обуви как для занятий профессиональным спортом, так и любительским. Футзалки, бутсы для занятий футболом, джазовки для занятий танцами, а также широкий ассортимент кроссовок мужских, женских и детских. Также мы себя хорошо зарекомендовали на рынке как производители специальной обуви для пожарных, военнослужащих, медиков, также для работников пищевой промышленности. Широкое распространение получила обувь изотилен винил ацетата технологического материала EVA. Это очень экологически чистый полимер с добавлением антибактериальных добавок. Обувь из EVA. Она сегодня пользуется очень большой популярностью у наших покупателей. И это не зря. Мы ее видим сегодня не только на пляже или в огороде, но и на улицах города, на подиуме. Исполняется у нас в очень разнообразных, ярких тонах, которые сегодня диктуют наше направление моды. Домашняя, уютная, комфортная обувь радует нас фактурными красками. Изготавливаем как из натуральных кож, так и синтетических, а также очень красивый дизайн. Подошва получается мягкая, эластичная, с распределением нагрузки.
Мода – это не перья и стразы. Мода – это когда женщина взяла в руки новую сумку, и у нее поменялась жизнь. Вид мы одно из предприятий холдинга. И одно из самых старейших предприятий, которое выпускает кожгалантерейную продукцию. А в этом году Витме 25 лет. С 1998 года Витма освоила производство сумок. Некоторые из созданных тогда изделий актуальны и по сегодняшний день. И мы их до сих пор выпускаем. Сегодня на предприятии трудится около 150 человек и выпускается около 70 тысяч изделий в год. При производстве сумок и мелкой кожгалантереи на предприятии «Витма» используется как натуральная кожа, так и искусственная. Современная искусственная кожа не уступает по своим характеристикам и эстетическим качествам натуральной. Имеет широчайшую цветовую палитру, позволяющую удовлетворить вкус самого взыскательного покупателя. На нашем предприятии «Витма» постоянно идет поиск решений по усовершенствованию технологических процессов и методов обработки при изготовлении нашей продукции. Сумки «Витма» как искусство. Мы считаем своей основной задачей украсить жизнь каждого человека, создав что-то ценное, наполненное своим характером и настроением. Конечно, создавая новые модели, мы учитываем направление мировой моды. И, как и многие, вдохновляемся коллекциями именитых брендов. Заработаете себе репутацию, и она будет работать на вас. Красный Октябрь, он был банкротом, и на одном из совещаний наш глава задал мне вопрос, могло бы оно лучше работать, ну, если бы, скажем, в частных руках. Конечно, могло и должно быть. Сейчас они выпускают конкурентную обувь. Я думаю, что мы те традиции, которые заложены были 100 лет назад на Красном Октябре, мы их не только, скажем, продолжили, но мы их немножко, я думаю, что усовершенствовали. Предприятие имеет сертификат соответствия на систему менеджмента качества производства обуви. В рамках функционирования системы налажен многоступенчатый контроль качества на всех этапах производственного цикла. Материалы и комплектующие предварительно исследуются на наличие недопустимых химических веществ и только после тщательного анализа запускаются в производство. Вся выпускаемая продукция соответствует требованиям межгосударственных стандартов, имеет сертификаты и декларации о соответствии в рамках законодательства Евразийского экономического союза и маркируется единым знаком обращения на рынке. Качество обуви зависит от многого. Например, от материалов верха, которые должны быть нетоксичными и экологичными. Также от материалов подошвы, которая должна быть легкой, гибкой и износоустойчивой. И также самым важным – это форма колодки, ведь ее размерные параметры определяют основное развитие здоровой стопы. В 2003 году товарный портфель компании был расширен детским ассортиментом обуви. Вот уже на протяжении 18 лет это также является специализацией нашей компании. Сегодня мы выпускаем обувь от ясельной до подростковой возрастных групп. Мужская коллекция имеет несколько линеек. Такая линейка, как «Премьер», ориентирована на самых требовательных и взыскательных наших покупателей. Коллекция «Классик» для консервативных покупателей, стремящихся к классике. И самая широкая наша линейка – это «Коллекшн», в которой представлены различные модели, в том числе и больших размеров, вплоть до 48-го. И самая любимая художниками-модельерами линейка – это «Тренд», где самые модные, самые современные, самые интересные модели. При этом мы уделяем особое внимание линейке «Комфорт», где представлены модели для прогулки, а также модели расширенной полноты для проблемных ног. Лучшая награда в нашей жизни – это возможность заниматься делом, которое того стоит. Предприятие принимало многочисленное участие в различных национальных и международных конкурсах.
и неоднократно становилась победителями таких конкурсов, как «Лучшие товары Республики Беларусь», «Бренд года», международном фестивале конкурсе «Выбор года», конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучшие товары Республики Беларусь» на рынке Российской Федерации, конкурсе «Народная марка Беларуси», «Беларусь Beauty Awards 2019», лидер в номинации «Детская обувь номер один в Беларуси». По итогам республиканского исследования бренд «Марка» признан молодежным брендом Республики Беларусь 2020 года. У нас сегодня 70 магазинов в Российской Федерации, в Казахстане 4, в Беларуси 95 магазинов, наша обувь продается и в Израиле, и в Канаде. Поэтому здесь география продаж обширна. Наш успешный бренд отличает продуманная стратегия, разумное соотношение цены и качества, постоянная активность и интересные, мотивирующие предложения для наших любимых покупателей. Марка держит марку уже на протяжении 30 лет. Ведь в создании обуви не бывает мелочей. Сумма деталей, правильных решений, процессов создания и воплощения задуманного делает нашу обувь марка такой востребованной. Ни одна звезда не засияет, пока не найдется человек, который будет держать сзади черное полотно. Мы зарегистрировались 18 сентября, это Дева. И Дева – это, ну, скажем, по знаку и умная, и трудолюбивая. И это дает возможность достигать те цели, которые поставлены. Потом думаю, а Лев здесь причем? А Лев любит потренировать определенные процессы, контролировать. Или совместная работа двух знаков, она дала вот эти результаты. Я просто уверен, что предприятие или холдинг «Марка», он будет в следующем веке идти в ногу с модернизацией, усовершенствованием. А самое главное, что мы получили прознание у наших потребителей. О себе можно говорить много, но самое главное – прознание покупателей. Если оно есть, этим все сказано.